Hello, hello, my friends! Привет, мои кубаны! Сегодня мы опять с вами играем в наш любимый режим «Голодные игры». Да, ребят, да, это Nice. Ладно, мы сегодня у нас уже не везение, четвертая серия, я хочу ее записать, но нам не везет. Смотрите, я всегда, да, это что у нас сейчас крутой лут, это да, не спорю, нам с этим везет. Но меня все время убивает. У меня был только что сет темного рыцаря полностью, весь и лук, и меч, и ботиночки, и шлем, и все, что вы хотите. Но меня убили. Представляете себе? Меня умудрился убить какой-то школьник с одного удара, с одного выстрела стрелы. Он снял мне 100 хп, и это, можно так сказать, с крутой броней. Или это читер, или это баг. Не знаю, что это может быть. Я не могу говорить, что он читер. Вы знаете, что я не очень так одобряю это. Так, у нас там парни гуляют. Мы их пока не трогаем. Смотрим, что у нас здесь. Ладно. Фигня. А, вот ты где? Хотел... Ты сам нарвался. Вы видели, ребят? Я просто так не убиваю. Так. Мешочек. О. О. Сойдет. Такой вот мне нравится. Ладно, там уже парень какой-то другой ходил, лутал. Мы тогда идем сюда. Так, тихонько. Никого не трогаем. Ни на кого не нарываемся. Да, ребят. Если только кто-то первый на нас не замахнется. Если кто-то будет против нас идти, тогда мы будем убивать. А так-то я не хочу убивать, поэтому... Так, давайте поменяем наш лук. Давайте возьмем вот так. Это немного покруче будет. Ну, уже. О, фигня. Ясно, понятно. Понятно с этим копателем все. Когда мне ничего, все фиговое выпадает, отлично все. Я всех тащу. А когда мне выпадает крутое, я хочу снять эпичную серию... Ничего подобного, ребят. Вся самая фигня мне выпадает всегда. Ну, не знаю, не могу себе накаркать, потому что иногда и было такое, что да, помните, у меня был полный сет, мы тащили с полным сетом, но почти всегда у меня оставалось одно хпшечка. Одно хп. Это было просто нереально. Вот это было везение. А сейчас ничего подобного. У нас поэтому еще и фризит игра. У нас... Ой, блин, там шлем был, а мы его не взяли. Ладно. Так, берем вот это. Отлично. Так, прыгаем. Ясно, понятно. Ничего подобного нормального здесь нету. Нужно идти прямо туда и будем лутаться с другой стороны. Фух, ребята. Какая-то весна этим годом не такая. Что-то здесь не так, ребята. О, броня. Ладно, не надо нам. Так, интересно, был ли кто-то здесь? Нет, никого не было. Значит, мы сейчас спокойно, смотрите. Мы сейчас спокойно пробежимся и подлутаем. Так, давайте на крышу. Мы паркурист, мы вообще крутая тема. Вот это я понимаю. Так, давайте сперва вот здесь подлутаем, да? А потом уже удали. Когда вы только успели? Блин, а вот паренек там бежит. О, стрелы. Так. Парень пускай себе бежит дом, а мы его обдурим, мы другой стороной сейчас пробежимся и, наверное, утрем от него, убежим чем подальше. Так, он уже здесь лутал, ну ясно, понятно, все здесь лутают, все, полностью все бежат к этим респаунам и все попытались хоть раз где-то здесь подлутать. Смотрите, здесь уже лутался, что вы такие голодные-то, прям как голодные игры. Ну да, и это и есть голодные игры. Сундучок. Ясно. Здесь ты лутал, парень. Только не говори, что и здесь облутано. Что я зря сюда только сбежал в середину. Ясно. Понятно все с вами. Окей. Тогда пускай будет по-твоему. Надеюсь, ты он там не лутал. Возможно, и на кладбище ты тоже лутал. Кстати, ребят, смотрел я одного летсплейщика. Вообще тема жесткая. Такой крутой там говорит. Я не знаю, как эта тема снизу вот здесь называется, но я называю это... Кладбище. Лол. Это и есть кладбище. Что-то он не то. Не то говорит там. Ну ладно. Мы не можем судить других, потому что мы сами... Я сам не крутой летсплейщик. Я один из самых таких обычных. Смотрите, здесь кого-то забивали. Эй. Ладно. Значит, и здесь уже, да, открыто. Значит, лутали. Все здесь заблутано. Эй. Вы хоть что-то мне оставьте, пожалуйста. Я хочу нормальный лут. Смотрите,
Зато у нас, смотрите, 25 стрел. Вот это зашибезно. Вот сейчас мы отобьемся, если с расстояния с врагами отбиваться. Мы сейчас самые крутые будем. Так, бронь. Опять ничего интересного. 97 хп почему-то. Мы ж не падали ниоткуда. Вниз мы не падали. Здесь мы уже ясно, понятно все. Здесь уже была бутана. Что за фигня? Я же вам говорю, когда я тащу, когда у меня нормальный лут, я затащить никого не могу. Совсем. У меня что-то не то. У меня, конечно, эти записи все остались. И здесь заблутана. Да чё такие все голодные? Так. Тогда, ребят, знаете, что нужно? Ой. Ай. Ой-ой-ой. Нужно тогда ждать, пока возобновится лут в сундучках. А это через где-то примерно через минут 5. Так, отлично, нас еще много, так что возможно мы доживем до этого момента, когда возобновится весь лут. Так, здесь никто ничего не лутал, потому что там в домике все чисто. Шлем нам понадобится. Так, давайте сбросим весь план. Ага. Ну, давай. Это пускай будет. Так, сыр мы один еще тоже оставили. Это нам на заметку. Если вдруг что-то случится, что-то непоправимое, у нас закончится еда, а у нас только красивых, только няшных рыбок, вкусных, жареных. Но если они закончатся, у нас будет еще сыр. Да ладно, такой... Эй! Это как случилось? Воу. Ясно. Вот. Я вижу, я не единственный, у кого сейчас плохой лут, там какая-то Лиза. Так, голосуй, что она читер. Нет, конечно же. Я ж не... Ребята, я ж не... Как вам сказать? Я ж не какой-то монстр, я не буду голосовать специально, что игрок читер, если это не так. Так, давай. Так, что у нас? Что нам подготовили? Так, смотрите, здесь... О! Курица! Так, курицу мы съедим потом. Потом, сперва нужно найти нормальный меч. У нас меч простой, из простого сета. Ой, лагает, конечно. Просто жопой жуй. Ой, тихо. Вот так, молодец. Ясно, понятно. Все, мы уходим отсюда. Мы отсюда уходим. Кубик, давай, собираем манатки и уходим отсюда. Ай, сколько нас? Четверо. Ага. О, боже ты мой. Сейчас кто-то голосует, что я читер. Могу поспорить, что сейчас в списке буду читером я. Ну-ка. Ой, не допрыгнули отсюда. Только если вот так собираться. Тихо, ну-ка, но, блин. Ай. Что-то не везет. Мне даже печально, даже не хочу ничего говорить даже не хочу. Хочу просто бежать. Бежать до тех пор, пока я ничего нормального не лутану. Да, действительно так хочется все это дело. Плюс здесь ничего не попадается, но я вижу, что уже лут в сундучках возобновился, потому что эти сундуки все-таки кто-то лутал. Видите? Их в начале игры лутают, но они возобновились, да. Значит, мы сейчас по этому же пути пробежимся. И опять утонем что-то, что у нас есть. О! Паренек! Хоть тебя я убью, да? Иди сюда. Иди, мой гаденыш, блядь. Да, первый есть. Ты где? Маленький? Маленький? Мелкий? Нате. Ох ты что? Нате. Да. О, уже двое. Да, один остался, ребята. Вау, вот это жизнь, вот это малина. Да, ребят, смотрите. Сегодня у нас был плохой лут. Но нам попались... стрелы и лук. Иногда не надо недооценивать некоторое оружие в голодных играх. Нам сегодня одно помогло выиграть. Мы затащили двоих. То есть убили мы троих, да. Первый нарвался в самом начале, но его мы не считаем. Только что мы с лута бах-бах. Все. Но я видел, что у ребят тоже был плохой лут, потому что ничего интересного я заметил. На них была простая одежда, простая броня рыцаря. Так что сегодня лут на этой карте попался плохой. Но все же. Нам это не помешало одержать первое место. Так что, ребята, ставьте лайк за эти 23 монетки, что мы заработали. А также делитесь с друзьями этим видео за 65 единиц опыта. Ладно, шучу, просто подпишитесь, если хотите. Пока, до скорых встреч.